С точки зрения экологии, самое главное в проекте предусмотреть уже такие технологии, которые позволили бы сразу избежать негативного воздействия на природу. И вот здесь накоплен очень хороший опыт. Я могу примеры привести, сегодня 400 тысяч тонн, по-моему, углекислого газа сегодня идет в переработку. А все это раньше было в нашей воздушной среде.